Но можно уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Наша экономика действительно вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики. На настоящий момент, может быть, проблема это не так сильно чувствуется, потому что в экономике еще есть запасы, но мы видим, что санкции ужесточаются практически каждый день. Период, когда экономика может жить на запасах, он конечен.